вечер, друзья. Спасибо за ваши аплодисменты. Кто свистел? Кто свистит? Покажите мне. Нет, не считается. Мне нужно запомнить человека, кто свистел. Кто свистел? Поднимите руку, пожалуйста. Никто не свистел. Ладно. Ну, во-первых, с праздником всех. Сегодня у нас праздничные выходные. Да, праздничное воскресенье. Но это воскресенье необычно, потому что завтра понедельник и выходной. День народного единства. Вчера был, сегодня мы продолжаем праздновать. И лучше всего праздновать народное единство, конечно же, в компании с музыкой. Так как музыка все-таки объединяет как ничто другое. Сегодня по праздничному такому случаю у нас есть специальные такие вот 5 конвертиков. Упала, сейчас подниму. Это подарочная карта клуба. 10% скидки. То есть, например, бургер можно купить уже, не знаю, 500 рублей, 450. Мелочь, но приятно. И не откладывая в долгий ящик, я хочу пригласить на сцену настоящих звезд, с которыми я имею честь выступать. И поприветствую, пожалуйста, аплодисментами Антон Ревнюк на контрабасе и гитаре. Да, Антон сказал спасибо, и сейчас я приглашу второго гостя, и, внимание, кто будет самый активный, будет вознагражден когда-нибудь. Игнат Кравцов. Игнат Кравцов, барабаны. Мы откроем наше выступление композициями, двумя композициями, которые плавно перетекают одну в другую. Нашего последнего, не последнего, а недавнего альбома, который называется «If you have a dream, если у вас есть мечта». И, собственно, первая композиция так и называется «If you have a dream». И следующая композиция будет под названием «Luminescence».
Thank you.
Я надеюсь, что это было самое страшное сегодня за весь концерт праздничный. Спасибо вам, что вы так все активно хлопаете. Я вот всех не разглядел, вот молодой человек, вот мне понравилось, как хлопал, да. Вот для вас, пожалуйста. Похлопаем молодому человеку. По этому случаю. Такая все-таки небольшая, но радость, да, скажите? Как-то приятно здесь сразу. По этому случаю мы сыграем композицию, которую написал Игнат Кравцов. Она так и называется «Радость». Thank you.
Вот, друзья, вот такая вот радость. Что мы было особенно радостно. Спасибо вам. Но... Спасибо. Ну, а сейчас мы немножечко погрузимся. Постараемся погрузиться и, по возможности, погрузить вас в состояние задумчивости. Некой меланхолии, что свойственно все-таки осени. Да, обычно осень сопряжена с каплями. У нас уже со снегом было, но все-таки мы представим идеальную осень. Листья, капельки, меркнет свет. Меркнет свет? Меркнет свет. Thank you.
Спасибо, друзья. Это была композиция «Огромная танго». Я, честно говоря, каждый раз, когда мы ее играли, я вспоминаю анекдот про джазовых музыкантов, когда кто-то из зала подошел и спросил, ребят, что не получается. Это специально было. Вот этот момент, где не получается, это продуманно. «Рваная танго». Ну а что же, у нас все-таки еще остались 4 карточки. Я, кстати, перед этим хотел напомнить всем, что фото и видеосъемка на наших концертах категорически приветствуются. Поэтому не стесняемся. У кого есть Инстаграм? Наверное, у всех есть Инстаграм. У кого-нибудь есть Инстаграм? Да, спросите, кого нет. Смотрите, есть дисконтная карта 10%. У вас есть Инстаграм, у нас есть Инстаграм. Талар-Катрио. Можно прямо сейчас, не стесняемся, достаем телефоны. Кто первый подпишется, получает карту. А если уже? Если уже. Мы этот, честно говоря, вариант мы не продумали. Но мы продумаем. Антоша проверяет. Можно дробь. Пока первый не появится. Нету, да? Да, ЛРК Трио называется. Ладно, хорошо. Есть? Нету. Бабушка подписалась моя. Ладно, хорошо. Я заберу. Что там, есть какие-то обновления? Молчит. Ладно, пока он молчит. Это достаточно грустно, что никто не подписывается. И в память об этом. А все уже подписаны, да? Все вот эти 10 человек. Вот вы только что подписались. Есть? Все, нашли одного. Пока играет модный бит. Много. Смотрите, как. Самый, смотрим самую первую, по-честному. Василий Бабленков, да? Есть такой? Пожалуйста, Василий. Наша, пожалуйста. Друзья, спасибо большое. Теперь у нас 11 подписчиков. Но если вы не получили карту, не расстраивайтесь. Хватит, хватит. Сейчас будет грустная песня. Для тех, кто расстроился, не расстраивайтесь. Потому что следующая композиция специально для вас называется «Нет слез». Thank you.
слушатели, это был Влад Клёк. Завершение первого отделения. Я хотел бы напомнить, что у нас все еще остались карты. Мы их обязательно кому-нибудь раздадим. И перед тем, как мы сыграем последнюю композицию в первом отделении, я хотел просто вам дать небольшую такую пич для размышлений. Мы вместе называемся LRK Trio. Очень так странные три буквы вместе звучат, но в принципе мы привыкли. И вы тоже привыкли. И у нас так заведено, что часто на гастролях тоже всякие розыгрыши, там диски разыгрывают. И люди придумывают просто хорошие, смешные или просто забавные рифмы ЛРК. Так что подумайте над этим. Самая лучшая смешная рифма обязательно получит карту. А сейчас мы сыграем заключительную композицию первого отделения, которая называется «С востока на запад».
будем снова с вами скоро. Оставайтесь с нами. Спасибо. Отделение, мы хотели бы открыть совершенно новую композицию, которая войдет в новый альбом. Не знаю, как вы, а я люблю вот кино, которое основано на реальных событиях. Любите такое? Когда смотришь кино такое, с осознанием, что это на реальных событиях, то как-то вот по-другому его смотришь и переживаешь. Вот у нас следующая композиция основана на реальных событиях. Единственное, что в кино обычно приукрашивают, здесь все правда. Все именно так и было. Совсем недавно мы были с гастролями в Японии. И там родилась эта композиция. Опять же таки, основана на реальных событиях. И называется она «Потерянная в Токио». Thank you.
Спасибо, это были композиции «Потерянные в Токио». Сейчас мы сыграем еще одну совершенно новую вещь, которую мы специально написали для Дня народного единства. Называется она «Заводная кукла». Thank you.
дебют на медалофоне. Ребята, Ростов. Была заводная кукла. На самом деле, я немножко слукавил, что мы ей написали вместе. Написал ей один человек. Блиц-опрос. Девушка, как вы думаете, кто ее написал? Вот вы. Да. Страйк. Кто написал? Нет, нет. Простите, не надо было с девушкой. А вот вы что думаете? Игнат, нет, неправильно. Кто же написал? Абсолютно верно. Вы получаете карту. Видите? А как зовут контрабасиста? Вопрос. Что же делать? Кому? Я даже не знаю. Антон, кому дать карту? Спасибо вам большое. Вот настоящий джентльмен. Похлопайте, джентльмены. Девушка, подходите сюда, пожалуйста. Девушка, спасибо вам большое за знания. Первый раз видите. Карта есть? Это была карта на следующий концерт. На следующий концерт? Давайте, а вы мне вручите, еще кто-нибудь что-нибудь отгадает, и я переводчу. Нет. Есть карта клуба? Конечно, есть. Тогда мы просто похлопаем Ане. Дайте похлопать Ане. Молодому человеку отдадим. Молодой человек. Похлопайте, а то вот и самый грустный. В тишине подходите. Спасибо большое. Счастливый обладатель. Что же теперь делать? Когда тишина, можно хлопать. И следующая композиция, она посвящается всем тем людям, которые сегодня в зале. Но, может быть, есть такие, кто не был на море в этом году? Есть? Есть такие? Нет, столько карт у нас нету. Но я вам сочувствую, я понимаю, как это тяжело. Поэтому специально для вас композиция под названием «Море». Thank you.
друзья, это было море. Для всех тех, кто не был на море. Я когда играл сейчас эту композицию, мне так было стыдно, что с девушкой я так с вами обошелся. Специально от меня вам подарочную карту. Похлопаем, пожалуйста. Теперь следующий шаг. И мы сыграем композицию с нашего свежего альбома, которого, к сожалению, у нас нет с собой, потому что мы его весь распродали, но ждем новую свежую партию из... Откуда? Из Норвегии, забываю все время. Дело в том, что альбом был выпущен на норвежском лейбле и Lost in Records, надо сказать. И ждем новую партию. Покупайте. Заказывайте, в Инстаграме пишите. Обязательно пришлем. Следующая композиция называется «Не болится».
Пожалуйста, не болится. Спасибо большое. Мы уже движемся к концу, приближаемся к концу дня единения. Но еще не совсем. Сыграем композицию, которая называется «Забытая песня».
Окей, друзья. У меня осталась еще последняя карта. Не знаю, вдруг есть в зале такие, кто придумал ритм ЛРК. Есть такие? Кричите прямо сейчас. Победитель у нас есть, пожалуйста. Атмосферность ЛРК проникает в ДНК. Продолжаем хлопать. Это грустно, не знаю. Спасибо вам. Ну и что же, сейчас время уже позднее. Самое время танцев. И поэтому случай плясовая. Thank you.
Одну маленькую, но очень хорошую вещь.